Не спрятаться, не скрыться. Душные будни продолжают лихорадить страну. На прошлой неделе столбики термометра взмывали еще выше, но минус пара пунктов погоды не делает. Дожди по-прежнему ждут, как маны небесной. В такую погоду важно следить за перепадами температур. Если из жары вы попадаете в помещение, где плюс 18, можно получить так называемый удар холода. Специалисты рекомендуют избегать прямого холодного воздушного потока системы охлаждения. Жара в Москве бьет рекорды времен Александра III. Столбики термометров в Белокаменной приблизились к отметке в 31. США тоже изнывает от жары. На фоне высоких температур в Аризоне вспыхнули пожары. Огонь уничтожил свыше 15 тысяч гектаров. К эвакуации готовят порядка 1000 человек. Быстрое распространение стихий в регионе связано с засушливой и ветреной погодой, а также избытком травы и кустарников. В Румынии характер погоды другой. По стране прокатились сильные дожди и ветер. Ураганный вихрь срывал крыши с домов и выкорчевывал деревья. Осадки затопили более 70 домохозяйств, блокирована часть дорог. В среду синоптики окрасили в оранжевое. На 17 июня объявлено штормовое предупреждение. Завтра в Бобруйске будет переменная облачность, осадков не ожидается. После обеда ветер разгонится до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем 27-29, тепла ночью от 17 до 19 со знаком плюс. Кристина Риенц, Андрей Богдан, Павел Цуев, Бобруйск, 360.